Всем привет, друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусный бурек с мясом. Для начала на растительном масле нужно обжарить мелко порезанный лук до золотистого цвета. Теперь к нему отправляем фарш. У меня фарш индюшинный, вы же можете взять абсолютно любой фарш. Хорошо перемешиваем. Сюда добавляем сливочное масло. Опять все перемешиваем. Как только масло растаяло, сразу убираем сковородку с плиты. Фарш у нас полуготовый, так и должно быть. Теперь берем теплую воду, сюда добавляем уксус, растительное масло, соль, сахар, яичные желтки и все тщательно перемешиваем до однородного состояния. Очень важно в этом тесте придерживаться рецептуры. Это тесто называется тесто фива. Теперь мы сюда прямо на стол просеиваем муку. Всю сразу муку вы не просеиваете, мука у всех разная. Поэтому может вам понадобиться чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше. Вот делайте прям такую лунку внутри и сюда постепенно вливайте вот эту теплую смесь яичную, которую мы приготовили. В общем, должны мы замешать вот такое вот тесто. Оно очень мягкое и не липнет к рукам. Теперь его отбиваем где-то раз 20. Хорошо его отбиваем. Теперь его заворачиваем в пленку и на 2 часа убираем просто при комнатной температуре. Теперь здесь у меня укроп и помидоры. Важно, чтобы помидоры были сладкие. Сюда я отправляю фарш. Соль. Перец. Смесь прованских трав. И все хорошо перемешиваю. Обратите внимание, тесто у нас не соленое, поэтому чуть-чуть должно быть солененькая наша начинка. Теперь раскатываем. Так вот по кусочку я брала, отрезала, и этот кусочек я раскатываю в очень-очень тонкий такой пласт, где-то миллиметр где-то толщиной. Теперь сливочным маслом нужно смазать его полностью с одной стороны. И выкладываем начинку. И вот таким вот образом мы заворачиваем. У нас тесто получится слоеным из-за того, что мы его промазали вот маслом сливочным. И начинка у нас тоже будет как бы слоями. Форму я смазала сливочным маслом. И посмотрите, теперь вот таким вот образом заворачиваем улиточку и выкладываем. Все остальное мы делаем точно так же. В итоге у нас получается вот такая вот улитка красивая. Щедро ее смазываем яйцом взбитым. Прям хорошо так смазывайте. Сверху посыпайте обязательно кунжутом. Кунжут поджарится, он классно вообще сочетается. И убираем в духовку на 180 градусов на 40 минут. В итоге получается вот такая безумно красивая улиточка, пирог. Очень вкусный, сверху корочка такая хрустящая, снизу она тоже поджарилась. Друзья, это очень-очень вкусный бурек, обязательно его сделайте. Посмотрите, какая красота. Приятного аппетита! Если вы приготовили по нашему рецепту, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Не забывайте подписываться на наш канал.